Здравствуйте, меня зовут Владимир Смагин. Я хочу вам показать Bluetooth модуль, который я заказал на Dell Extreme за $2. Модуль весьма неплох, отлично спаян и прекрасно подходит для ваших поделок. Спецификация слегка отличается от той, что вы можете найти в интернете. Например, то, что в спецификации сказано, что светодиод состояния прикреплен на ножку 31. Но на самом деле это не так. Она находится на ножке 24. Ну, вывод номер 24. Вот он где. Запомните это место. И действительно, когда устройство находится в режиме ожидания, светодиод будет моргать, а когда к нему подключитесь, он начнет гореть постоянно. Давайте это проверим. Я включаю Bluetooth модуль. Вот он заморгал. Сейчас он находится в режиме ожидания. Согласовать модуль можно с вашим компьютером или телефоном с помощью пин-кода 1234. Давайте сейчас я открою соединение. Вот я запускаю терминал. Он у меня определился как COM8. У вас может быть по-другому. Все, я подключаюсь. Все, подключение активно. Обратите внимание, что я соединил ввод и вывод UART между собой. Поэтому все, что я отправлю на вывод, вернется на вход. Соответственно, все, что я веду здесь, будет отображаться. Вот. Теперь я закрываю программу и произойдет отключение. Вот, все произошло. Отключение. И устройство снова находится в режиме ожидания. Питается это дело от 3,3 вольта. Ну, я запитал от 3,5, так что плюс-минус 0,2 вольта не критично. Если вы будете согласовывать устройство с 5-вольтовыми, то на этот случай я не знаю, что сделать. Выдержит ли это устройство 5 вольт. Или придется согласовывать. Это все. Спасибо.